Именно реклама на асфальте оказалась сегодня в центре внимания пользователей сети и сотрудников полиции. Всех заинтересовала видеосъемка нового клипа начинающей певицы, которая танцевала как раз на асфальте. Проблема в том, что это был асфальт МКАДа, в самый разгар рабочего дня. Репортаж Дениса Восковского. Две полосы МКАД перекрыты. Быстро собирается пробка. Прямо на проезжей части танцуют, поют и снимают все происходящее на камеру. Водители сигналят, но увидев крепких парней на автомобилях премиум-класса с внушительными пропусками под лобовыми стеклами, вмешаться в происходящее не решаются. Триколор под лобовым стеклом одного из автомобилей, перекрывших МКАД, очевидно, оказался не случайно. Ведь восходящая звезда Инстаграма Оксана Яковлева – жена городского депутата. Портреты депутата Яковлева занимают чуть ли не весь информационный щит рядом с городской администрацией Щелково. Но никому из прохожих его лицо не знакомо. Супругу Яковлева узнают сразу. А, значит, танцуй там. Да, да. Класс. Ну, а так, по-серьезному, что ну, думаете? Ну, это вы показатель. Так, вы бы стали так, вот вы, если да, бы например, я была да. женой депутата? Да. Нет, конечно, что сумасшедший. В первую очередь, я позорю своего мужа. Прохожие как в воду глядели. Депутат Яковлев выступил с заявлением, в котором осудил творческие эксперименты жены. Жена перекрыла МКАД, снимала какой-то видеоролик. Я думаю, что она должна отвечать по всей строгости закона госавтоинспекции. Как минимум. Впрочем, вряд ли дорожные танцы жены стали сюрпризом для депутата Яковлева. На этом видео супруги пляшут вместе и тоже на проезжей части. Сегодня по ориентировке Оксану Яковлеву задержали. Ее права оказались просроченными, на машине свежие следы ДТП. Под стеклом все тот же депутатский пропуск. А почему вы решили танцевать на МКАДе? Без адвоката не разговариваю. Все, что пишут... Много чего придумали. Такого нарочно не придумаешь. Ролик с танцами на МКАД внимательно изучили в ЦОДД и попросили вмешаться полицию. Несогласованное ограничение движения на МКАДе привело к задержке в движении нескольких автомобилей скорой помощи. Побывав в полиции, Оксана Яковлева перестала отпираться и назвала случившееся ошибкой. Я очень жалею об этом. И если можно было бы вернуть время назад, конечно, мы бы... Все, пойдемте, Оксана Борисовна. Хочется верить, но достаточно открыть страницы супругов Яковлевых в интернете, чтобы убедиться. Дорожный экстрим на роскошных машинах с песнями и плясками – не случайность, а давнее увлечение. За езду с просроченными правами Яковлевой придется заплатить от 5 до 15 тысяч. Во сколько обойдется в итоге съемка вызывающего клипа, станет известно после окончания расследования. Денис Восковский, Ксения Рыжова, Геннадий Талочкин, Виталий Дуплич, Вести.